тысячи удачи на сдачу, придачу. Переговоры ведь но лишь одно всегда искал. Мужчины не плачут, мужчины не плачут, мужчины не плачут. Это Герман, значит. Герман, привет! Чтобы завтра твою мать, ни улыбка, ни гримаса, бессмысленный оскал. Побеги чуть-чуть удачи на сдачу, придачу. Перемеры моря лиц, но лишь одно всегда искал, я точно знал. Мужчины не плачут, мужчины не плачут. А может, телефон надо вырубать? Попробуй. Горячий. Не гладче буду. Да, ну да, вроде все сипоты. Сейчас будем это выкладывать. Можно будет потом посмотреть. Что? Работает? Дай ему чуть-чуть подышать, а потом опять включишь. Давайте шторочку. Да, он ведет. Да, кажется, что шнова. Ладно. Следующая Петя, песня. Петя, просто сегодня кот не давал спать, а кота зовут Петя. Мой кот пришел. Как зовут своего кота? А кота жена дома Петя. А так он Педро еще то, блин. Со мной чудак в Нахимке учился, Педро Эдуардович. Вау. Мы его подкалывали, говорили: Педро, как у тебя у детей отчество будет? Педровичи или Педровичи? Паразиты. Гады, редкие. Я б ему не родила. А чё? Я уже мне говорил, что Петрович, если у него будет сын, надо назвать его Захар и будет Зрадин. Ну, Зрадин. Черной сумочки, дай телефон, пожалуйста. Ну, давай я... Сейчас попробуем еще с этого. Наливайку. А что это у тебя еще один? Целиски. Ну, давай. Отобрал у ребенка. Все, Саша. Если дальше пойдет, то все будут. Короче, следующая песня из тех, которые мы все-таки... Слушай, ты можешь продолжать трансляцию из того, что... Играем... Там уже та ссылка уже все. С командой. А что, она сдохла? Да? Перегрелась батарея. Ты же не плачешь? Я же тебе давал попробовать. А ты не потрогай. Ну, отлично. Потрогай его. Сам отлично. Зимой добрый в машине вечер. Под зад. Так. Скажи, да, пожалуйста. Да. С утра на парковку приходишь, а тут раз. Так вот, что зараза, зимой он не греется, ты понимаешь? Так можно же сделать тоже трансляцию, как я согревал. Давайте продолжим пока. Не останавливаемся. Да, песенка называется «Королева наливайки». И вот сейчас как бы такой постыдный момент, что мы со Стасом находимся в несколько раз лучшем положении, чем вы. Потому что, когда мы будем играть эту песню, помимо гитары, аккордеона и голоса, у нас в голове будет играть еще куча инструментов, вот, которые вы, к сожалению, не услышите. Да. Мы дополним у себя. Потому что как бы она играется в электричестве всей командой, там дудки, бас, там куча всего. И вот это вот как бы нас слегка пристыжает. А я думал, потому что вы нас к нам приехали.
ну, с этим мы уже смирились. Ну что, поехали? Одну секунду. Давай. Итак, королева, наливайте. Искрометные манеры, проспиртованные нервы, проспиртованные нервы, короли да королевы. Это макает уже, наверное, сидит. Да ладно, на самом деле. У человека уважительная упала. Причина. Возле холодильника. Это мы гады троллим. Так, а давайте, наверное, что-то с Феликсом сыграем. А почему бы нет? У тебя там вообще работает микрофон? Еще пока что работает. Ухо, жирковато. Жирковато. Ну, мы же играем. Антракт на балконе. А что мы сыграем? С Феликсом? Не, ну все же. Да, я хочу. Вел, что сыграем? Да, играешь? Кого? Нет. Айвенга? Нет. Батя. Мне бы еще вспомнить. Батя, шутки. Спасай. А что там сыграем? Шутки. Не-не-не. Подожди, а что бы Айвенга? Давай вспомним. Феликс предлагает сыграть песню, которую мы 7 лет назад играли. Так ну тувно. Тувно. Я смотрел видео дату. 100 дорог. Прохан, блин. А, ми минор, по-моему, да? Да, начинается. Вот это начинается.
Оксана прийшла. Не, а там на слова лучше не играть тогда. Там, блин, заморочено. Ну, слушай, может, что-то только посолируешь. Миминорить, что, солярить? Ну, я случайно метку нажал, а убрать не получается. Ну, попробуем, давай. Тогда, получается, ты за так выступаешь. Ну, хорошо. Короче, если сейчас будет лажа, не судите, мы ее... Мы не 7-6 лет, по-моему, короче, назад. Какая разница? Никто не вспомнит. Никто не вспомнит. Думают, что лажа — это все. Ну, мы-то вспомним. Мы даже лажи, может, не услышим. Ну, хорошо. Может. И Сашенька такая, да, я не услышу. Сказал название, и я не сразу вообще понял, о чем он. Я же много всего разговаривали с ней. Да? Тяжела и не катится. И меня, по-моему, Фил тоже при этом не было. Он Стас даже не помнит. Ну давайте тогда что-то... Давайте сыграем «Счастье мое». Давай. Можно это сделать? Короче, с этим попроще. А ты подпевай. А я буду. Я не в смысле сок подпевай. Я не буду. Песни подпевай. Я недавно нашел фотографию, где мы выступали где-то, короче, на каком-то фестивале. Была у нас песня, в которой у Стасика была партия
где он голосом пищал, короче. И там у него микрофон стоит низко-низко под аккордеоном. Было очень жарко на сцене. И картина такая, он просто вот так вот микрофон держит, и вот так вот вниз, аж прямо к полу гнется, красный такой, вены напухли. И вот так вот подумаешь, если аккордеон убрать, как будто он там какой-то хэви-метал орет, короче. А на самом деле там, ну, было... Это, по-моему, был сейчас... Зебри, по-моему. Не влезает, убьет. Да. Да. Ну, да. Самое вкусное. Ладно, что, играем? Счастье мое, да? Да. Говори. Ре минор, да? Поехали. Ух, я же представляю, просто если кто-то трансляцию смотрит. Это поехали? Ты бухой звонит, брат. Ну что, поехали? Давай. Хорошо, я один начну? Да, конечно. Хорошо. Thank you.
Он нездоровый какой-то явно. Кто? Я на работе. Ты вообще понимаешь или нет? Вася не выйдет. Как-то везде живешь, а ей... Ты понимаешь, что я на работе или нет? Давай позже будем разговаривать. Сейчас соберу, чтобы... Вот человек думает, что я его куда-то посылаю. Ну сейчас бросишь, все, блин. И будешь шарики надувать. Записка. Нормально. Что дело? Суббота вечер. Это теперь она мне? У меня не она была. Почему? У меня он. Так. Давай не шиша сыграем. Не шиша, а что ты? Ну, Германа парти сыграешь. Ну, давай. Это ми. Ле минор. Я предлагаю сейчас на эту песенку сыграем, сделать перекур, проветрить, покурить. Да, давай. Поехали. Вообще слышно? Дежурная шляпа для подаяний, кому сколько не жалко. Так. Взнос сугубо добровольный. Блин. Сейчас, момент, море. Ты уже облила своего мужика? Как это не получается? Thank you.
Никогда не хочу вино. Почему? Я не люблю вино. А я тебе могла бы это самое на подаяние винишко скинуть. Вино это зло. Однозначно. Вкусное зло. Ну, то, что оно вкусное, это я тогда на балконе подышу. Все же такая мужчина, это все, блин, вас туда Его сочаровательные ноги все нормально. Честно говоря, я думал, что я его забрал еще раз. Я не успел оценить, извините. Просто я это страшное дело. Был на мобильный концерт. С памяти. Что такое? Разбирайся. Получается? Быстро ты. Да, хлебом не корми.